с годовщиной. Спасибо. Что ты нам желаешь? Спасибо тебе. Всего того, чего надо. Счастья, здоровья, любви. Спасибо тебе. И еще раз 15 по 14. Ребятки, я вами горжусь. У меня настоящие мужики растут. Да, вы вообще такие умные. А это вам в честь вашей годовщины. Она будет напоминать вам 14-летнее ваше. Да, ну такой цветочек вырос. Очень красивые. А шарики ты снял? Смотри, шарики. Я куплю красивый горшок. Три. Ребят, спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо. Нам так повезло, что у нас есть такие дети, как вы. Такие внимательные. Я так вами горжусь. Они старались. Ты сегодня папку по работе выручил, как никогда. Чтоб ты понимал, если бы не ты, выгнали папку с работы, наверное. И бабушку надо тоже благодарить. И бабушке спасибо. У нас вообще самая лучшая семья, да. Ребят. Вашим женам очень повезет. Они за вами будут как за каменной стеной. Вы такие внимательные, да. Такие мужчины. Умнички. А загадывай желание? Да, загадывай. Ой, давай, мамас. Ну, давай, ты. На ухо. А что, вместе дать будем, да? Да, давай. Даньки, ну, снимай. На ухо пошепчите. 14 же поставьте, так чтобы же видно было, что 14. А, тут огонь, тут ничего не видно. А что одна свечечка не горит? Потухла уже. Глеб, считай до трех. Раз, два, три. Ой, ого. За одну секунду. Значит, все сбудется. Все будет хорошо и даже лучше, ребят. Да. Точно. Свечки можно убрать. Вот так вот наши дети нас поздравили с супругой за годовщиной. Мы уже 14 лет вместе. Сегодня 07.07.2021 года. А заключили мы наш брачный союз 07.07.2007 года. Вот так вот. Нам очень сильно повезло, что мы есть друг у друга. Такие шарики, такой праздник. Мама к нам приехала поздравить нас. Короче, мы хвастаемся, нам повезло. У нас самые... Давай. Самые лучшие организаторы праздников для родителей. Самые крутые мужики. Представьте, мужчины намутили, да? Денег нету, детки, да? И шарики здесь нас заощаживали, купили, и свечки... И папки по работе подсобили сегодня. Да. Между прочим, все же на счет. Я бабушка знаю. Нам ни копейки не дала. Вы настоящий мужчина, вы красавцы. Да. Я вами горжусь, реально, мужики. Да, мужики. Самое лучшее. Мне очень сильно повезло с семьей. Спасибо вам. Пожалуйста. За то, что вы есть. Я всех вас люблю. И мы тебя.